Привет, друзья! Вы смотрите видеообзор топ-5 мощных электросамокатов в России. Пожалуй, самые популярные модели на нашем рынке. И какая из них подойдет именно вам, вы сможете определиться, досмотрев это видео до конца. Итак, в нашем топе принимают участие Dualtron Thunder, электросамокаты Ultron обновленной версии с 45-амперными синусными контроллерами 2020 года, Ultron T128, Ultron T11 и Ultron T108, а также электросамокат iBalance Bandit. И давайте сразу подробнее о каждой модели. Электросамокат Ultron T11 – обновленная версия 2020 года с 45-амперными синусными контроллерами. Это полноприводный электрозверь, способный развивать автомобильную скорость и проезжать внушительные расстояния. Начнем с левой рукоятки руля. Здесь расположен замок включения самоката с дисплеем отслеживания вольтажа, тумблер включения-выключения фары и габаритных огней. А также кнопка клаксона. Здесь же расположен тормозной рычаг заднего гидравлического тормоза. По правой стороне руля находится курок акселератора с информационным ЖК-дисплеем. Включение производится при помощи верхней кнопки старта. Отображаемая информация, выбранный скоростной режим, спидометр и индикация заряда батареи. При единоразовом нажатии на кнопку старта можно переключать режимы просмотра пробега с момента включения, вольтажа и общего пробега за всю историю жизни. Нижняя кнопка Mode при разовом нажатии переключает скоростные режимы с 1 по 3. Вход в меню настроек бортового компьютера производится удержанием двух кнопок. Таблицу настраиваемых параметров вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Под большим пальцем в нижней части рукоятки расположена желтая кнопка для поездки в экономном режиме и красная кнопка, отвечающая за включение или отключение полного привода. Спереди тормозной рычаг гидравлического дискового тормоза переднего колеса. При зажатии тормозов срабатывает автоматический стоп-сигнал. Тормоза также имеют возможность регулировки схватывания. При помощи шестигранных винтов можно увеличить или ослабить давление внутри гидролинии. Грипсы электросамоката довольно удобные и имеют влагоотводные каналы, чтобы ладони райдера не соскальзывали в случае намокания. Для удобства транспортировки конструкция самоката складная. Руль имеет сложение по центру и зафиксирован муфтой на резьбе, а рулевая колонка складывается горизонтально деке. Габариты Ultron T11 в сложенном и разложенном положении вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Клиренс составляет 13 см. Электрозверь полноприводный по 1200 Вт на каждое мотор-колесо. Покрышки накачиваемые с тракторным протектором, каждое колесо по 11 дюймов в диаметре. С правой стороны деки расположены два разъема питания, и по заявлению производителя Ultron T11 заряжается полностью за 8 часов от одной штатной зарядки. Ускорить зарядку в два раза можно, докупив отдельно еще одно зарядное устройство. Амортизаторы пружинные спереди над передним колесом и маятникового типа сзади. Максимально допустимая нагрузка составляет 150 кг. Собственный вес Ultron T11 не превышает 35 кг. По управлению очень даже нормально. Руль держится на высокой скорости стабильно. Воблинга я не заметил. Так что очень даже хорошо. Единственное, что бесит, конечно, дека. Дека прям очень маленькая. Я имею в виду по длине для таких скоростей. Сейчас объясню почему. Прям первый недочет. Самокат реально супер мощный, очень крутой. Но вот эта штука находится на крыле. Вот это, прямо она на аморте висит. Когда я наступаю, она прям вот складывается. И она, короче, ну, на нее ставить ногу
на любой скорости просто невозможно практически, чтобы упереться, потому что она начинает пить в пятку, жевать ботинки, и это прям бесит. А самокат прям реально очень мощный, мне понравился. Но маловат, именно маловат по длине деки. Деку бы подлиннее, и хрен бы с ней с той подножкой, которая на крыле. Либо просто фиксировать это крыло как-то к деке, а не на амортизаторе. Да, едет класс. Лежачку отрабатывает, ну ура. Вот он шлифует прям вообще. Шестьдесят километров, 62, 63, 64 предел. 108 против. Так, ребят, 108 против Т11. У Т11 стоят такие же контроллеры 45 синусные, 45 ампер. Ребят, чуть пошире встаньте, чтобы между мной проехали. А то сейчас меня унесете за собой, блин. Смотрим динамику как. Раз, два, три. Опаньки, а Т11 ушел, походу. Уходит. Не, все-таки 108. Ну чего, ребят? Назад я видел, машины мешали уже. Да, но тогда я его сделал. Я видел, но сначала, в принципе, мне показалось, что Т11, он, ну, в принципе, прям попер нормально, да? То есть, причем уходил прям от 108-го. А динамика у них разгона одинаковая. Да. Но этот делает его. 108-й. Да, причем у меня вес-то больше, я даже не смысла меняться. Да, да. Таблицу технических характеристик и цену на момент видеосъемок вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Электросамокат Ультрон Т128. Обновленная версия 2020 года с 45-амперными синусными контроллерами. Обалденный дизайн в стиле киберпанк. Рама выполнена из авиационного алюминия. Мощность — его второе имя. Скорость является призванием. Одного взгляда хватает, чтобы прийти в полный восторг. Не будем нарушать схему рассмотрения и начнем с левой стороны руля. Элементы управления идентичны предыдущей модели. Замок включения с вольтажом. Тумблер включения фары и габаритных огней. Но обратите внимание, здесь стоят две линзованные фары с возможностью переключения в режим стробоскопов. Под тумблером света находится кнопка клаксона. Для безопасности райдера на Ультрон Т128 также предусмотрена гидравлическая дисковая тормозная система. Управление супер мягкое. Рычаг с левой стороны отвечает за задний тормоз, с правой стороны, соответственно, за передний. Обе гидролинии имеют возможность регулировки давления при помощи шестигранных винтов. Естественно, что на таком мустанге установлены и автоматические стоп-сигналы. По правой стороне руля находится курок акселератора с информационным ЖК-дисплеем. Кнопка включения, она же позволяет просмотреть дополнительные показатели – вольтметр, одометр и пробег с момента включения электросамоката. Нижняя кнопка Mode отвечает за переключение скоростных режимов. Одновременное зажатие двух кнопок, вход в меню настроек. Опять все идентично предыдущей модели. Таблица настроек на экране. Снизу стандартно две кнопки включения-выключения эко-режима и режима турбо, а также включение-выключение полного привода. Для удобства транспортировки или хранения электросамокат имеет складные механизмы руля и рулевой колонки. Габариты Ультрон Т128 вы видите на экране. Если необходимо, вы знаете, что делать. Ставим видео на паузу. Клиренс составляет 14 см до угла подножки. Собственный вес не превышает 50 кг.
а максимальная нагрузка может доходить аж до 150 кг включительно. Упор для ноги райдера является также ручкой для переноски, расположение очень удачное. Ультрон Т128 является полноприводным электросамокатом по 1600 Вт на каждое мотор-колесо. Колеса накачиваемые на тракторном протекторе по 11 дюймов каждое. Шоссейную резину при необходимости можно докупить отдельно. Амортизаторы пружинные на обоих колесах маятникового типа. Отрабатывают любые неровности очень мягко. Контроллеры электрозверя для лучшего охлаждения вынесены за пределы деки и расположены по двум сторонам. Что касается крыльев электросамоката, они, к сожалению, на высоких скоростях не защищают от грязи вообще. Ультрон Т128 создан для поездок в сухую погоду. Хотите гонять в дождь? Крылья придется доработать. Электросамокат имеет возможность быстрой зарядки через два порта, что ускоряет весь процесс в два раза. Второе зарядное устройство можно докупить отдельно. А в штатной комплектации идет всего одна зарядка и до краев наполняет Мустанга энергией за 10 часов от бытовой розетки на 220 вольт. Максимальная скорость, которую мне удалось развить с просаженным АКБ, составила 63 км в час. Есть 63! Но перед замером, когда батарея была еще полностью заряжена, скорость доходила до 66 км в час. Дуатрон Тандер, райдер Роман с весом 97 кг и Ультрон 128 с весом 82 кг Николай. Синусный контроллер 45 ампер. На старт, внимание, пошли! Так, видно, что Николай на 128 ушел вперед, но Тандер догоняет. Сами Тандер сделал Ультрон 128. Причем, повторюсь, ребят, на Тандере Рома 97 килограмм, на Ультроне 82 килограмма Николай. Ну что, я в принципе видел, да, все? Тандер выигрывает скорости. Тандер выигрывает. Не в динамике. С места опять 128 ушатал Тандер. Но в итоге на прямой дальше Тандер все делал. Причем плюс 15 килограмм, да, то есть это прям весомый такой, разница по весу. Что, давайте поменяемся местами, давай попробуем. Я думаю, он еще быстрее меня обгонит теперь. То есть я на старте, по идее, наверное, возьму вверх, но не сильный. Ну да. Так, друзья, так, второй заезд, поменялись самокатами. На Тандере Коля 82 килограмма. На Ультрон 128, синусный контроль 45, Рома вес 97. На старт, внимание, пошли! Ну, с места опять Ультрон ушел, ну и все, в общем. Ну, все понятно, в общем. Короче, да, есть динамика, там скорость. Да, да.
Везде мы выстроили, короче, максимальные настройки, что на тандере, что на ультронах, везде стоят максимальные настройки, поэтому здесь все надо сейчас работать на пике. И слава богу, что нам сегодня погода повезло, дождя нету, да, то есть и льда нет, ничего, то есть у нас сейчас все сухо, поэтому снимаем, в принципе, как оно есть. Так, ребят, сейчас у нас видос будет iBalance Bandit с мотовилкой. Он у нас такой тестовый, прошел огонь и воду. Вольтаж 64,7, пробег здесь у него уже под 700 километров. Здесь 62,6 уже. Здесь поменьше у нас уже стало, 62,6. В принципе, как-то так. Сейчас посмотрим топово. Ну что, давайте. Так, у нас, в принципе, iBalance Bandit с мотовилкой. По заявленным характеристикам производитель 45 ампер, контроллеры тоже стоят. Но там не синусные. И 128 ультрон 2020 года с синусными контроллерами на 45 ампер. На ультроне Рома с весом 97 килограмм. На бандите Коля с весом 82 килограмма. Ну что, готовы? Да. На старт, внимание, пошли! Восьмой ушел. Да, причем с весом 15 килограмм плюсом. Ну там уже бандит немножко догнал, но там надо уточнить сейчас у Ромы, как он притормаживал или нет. Сейчас обратно ребят приедут. Ничего себе, бандит-то ушатал, смотрите, на обратном пути-то. Бандит ушатал 128-й. Так, одноглазый подъехал, бандит. Ну, мне кажется, здесь как раз играет роль вольтаж и его вес. Сейчас поменяемся. Давай, давай. На обратном пути, я как понял, все, да? Там без вариантов, ты прям это... А? Ты не оттормаживался, когда вот Коля тебя ушел на бандите? Он в ту сторону. Меня начал обгонять, и я начал тормозить. А, все, я понял. Когда мы ехали, он меня обогнал. Все. Так, ну что, друзья, понеслась заезд. Очередной тот же самый. Поменялись райдерами. Бандит на бандите Рома. Так, ну что, давай пока машина. Раз, два, три. Коля на бандите Рома. Коля ушел, но мне кажется, Рома догоняет там. В итоге. Все, бандит ты сделал. Ну, без вариантов, в общем. В итоге, короче, бандит сделал. 128-й. На бандите, конечно, вольтаж немножко больше. Лучше заряженный. Но я все видел, ребят. Ну что, Ром, впечатление. Впечатление с вами расскажись, поделись, пожалуйста. Я что, блин, замерз так, аж заговариваю. Динамика ультрона выше. Так. По поводу скорости, я его очень медленно, но обгоняю. Ага. То есть, здесь либо все-таки вольтаж, и тут два деления играют роль. Так. Ну, либо он действительно бодрее. Угу. В плане скорости именно. Угу. Если скорость выше, то выше не намного, километра на 2-3 максимум, прям предел. Угу. Я имею в виду именно километров в час. Давайте, ребят, сейчас у нас заезд 128 против 108. Все 2020 года, 45 ампер контроллеры. Так, 62,2 вольтаж.
на 108-м 61,7. Ну, то есть на 0,5 меньше. Плюс-минус одинаково, в принципе. Ромка у нас. Ромарио на 108-м. Коля у нас на 128-м. Ребят, всегда одевайте защиту. Безопасность прежде всего. Готовы. Я замерз, конечно, но ничего. На старт. Внимание. Марш! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, понесла жаришка. Оказался впереди 128-го. При всем при этом даже с весом Ромы. Плюс 15 килограмм. Я видел. Ты даже здесь сколько его? Ну, наверное, на... чуть-чуть быстрее. На колесо, на колесо, наверное, на 2 вот так вперед ушел. Да. Ну, чуть-чуть прям быстрее. Ну, учитывая, у меня вес больше. Да, я еще говорю, вес плюс сопротивление везде. Сейчас воздух. Махнешь, он меня сделает. Готовы? А? На старт. Внимание. Пошел! Ну что? Ну что, в итоге 108-й? Да? А? 108-й? Ты же на 108-м на, где-то на два колеса, да, уделал? Да. Да, 108-й. Так что вот так вот, друзья. В соревнованиях между 108-м и 128-м 108-й победил. Занимает четко третье место, да? Таблицу технических характеристик и цену на момент видеосъемок вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. На третьем месте нашего топа прочную позицию занял электросамокат Ultron T108 2020 года с обновленными 45-амперными синусными контроллерами. Вы уже видели, как лихо этот монстр обгоняет Ultron T128 и понимаете, на что он способен. Давайте рассмотрим его поближе. Ultron T108 я бы назвал смесью моделей T128 и T11. Даже не так. Скорее, это Ultron T11, который вытянули, расширили и доработали до предела модели T128. Здесь нет ничего нового по факту элементов управления на руле. Слева все тот же замок включения, тумблер включения фары и габаритных огней. Фары линзованные, идентичны Ультрону Т-128 и также работают в режиме стробоскопов. Под тумблером ниже кнопка звукового оповещения. Справа уже знакомый вам курок акселератора.
Кнопка включения питания, она же позволяет посмотреть дополнительные параметры. Вольтаж, общий пробег за всю историю электросамоката и пробег с момента включения. Нижняя кнопка Mode отвечает за переключение скоростных режимов. Одновременное зажатие обеих кнопок позволяет управлять настройками, рассмотренными ранее, но на всякий случай выведу таблицу настроек на экран еще раз. Снизу расположена желтая кнопка переключения режимов Эко и Турбо, красная кнопка включения полного привода. Анатомические грипсы стандартные с водоотводными каналами, довольно удобны и практичны во время поездки. Тормозная система такая же, как на двух предыдущих моделях. Рекуперативное торможение при легком нажатии на любой из тормозных рычагов и гидравлическое дисковое на обоих колесах. Давление в гидролиниях легко регулируется при помощи шестигранных винтов. Механизм сложения не претерпел каких бы то ни было изменений. Муфта по центру руля и боковой штифт с педалью в основании рулевой колонки. Габариты Ultron T108 на экране. Нужно разглядеть внимательнее? Нажмите паузу. Клиренс электросамоката составляет 13,5 см по нижней точке до угла подножки. Мощность каждого мотор-колеса составляет 1600 Вт, то есть 3200 Вт при включении полного привода. Колеса накачиваемы на тракторном протекторе по 11 дюймов каждое. Резину можно легко заменить на шоссейную, просто докупив ее отдельно. Система амортизации маятникового типа на заднем и переднем колесе. О неровностях на дорогах Ultron T108 не слышал, а лежачие полицейские самокат просто не воспринимает в качестве препятствия. И обратите внимание, крыло с упором для ноги является монолитом деки и в отличие от модели T11 не жует ноги райдера. Разъемов для зарядного устройства два. Как и предыдущие модели, имеет в комплекте одно зарядное устройство. Время зарядки не превышает 10 часов. Хотите быстрее? В два раза? Дополнительно всегда можно приобрести второе ЗУ. Собственный вес Ultron T128 не превышает 40 кг. Максимально допустимая нагрузка для комфортной поездки не должна превышать 120 кг включительно. Так, ребят, сейчас у нас будет бандит против 108-го, 63, бандит уже 63.1. И у 108-го, что-то не вижу, 63, 63.7. То есть, в принципе, вольтаж практически одинаковый. Поэтому сейчас будем замерять. Ну что, готовы? Да. На старт. Внимание. Пошли. Сто восьмой ушел. Причем ушел на порядок. Ребят, у Ultron, конечно, 45 амперными контроллерами надо дать должное. Вообще огонь. Чат обратно. Восьмой и бандит. Ну, бандит, конечно, сейчас тоже вроде помешала машина, Audi уезжала. Я видел, там машинка уже. Да, машина выезжала. Обрубала. Но да, не факт, что я бы его догнал. Нет, я думаю, тоже не догнал бы. И я видел, что там ты его не догнал тоже. Догнал. Но сейчас поменяйтесь местами, я думаю, здесь обратная будет картина. Ну да. Но уже чисто повестка. Ну что? Аккуратно, аккуратно, Ром. Ты уже решил на себя. Ну,
повторил сам себя. Да, да. Погоди, что машинка промчится. Покатушки по катушкам, но безопасность прежде всего. Ребята, повторюсь, пожалуйста, не повторяйте такие заезды без подготовки, без всего. Готовы? Да. Раз, два, три, пошел! Так, Ром на 108-м ушел. Коля прям дышит в пятки. Такое ощущение, что догоняет. И мне кажется, даже перегнал. Честно, что я вижу, что на ультронах, что на 128, что на 108, на скоростях начинают болтать в стороны. Вот, конечно, это такой немножко дискомфорт. Прям вижу, как Рома едет на 108 и так в сторону немножко идет. То есть надо было, наверное, может попробовать демпфер поставить. Обратно ребята мчат. Посмотрим. Все видите сами. Вы все видите сами. В итоге что, ребят, бандит? Ушатал всех. Ну что, у нас сейчас замер. Ультрон 108 против Тандера. На сухой дороге, по прямой. Полностью все заряжены. Посмотрим, кто кого сделает. Справа райдер весом 97 килограмм, на утрон 108, на тандере райдер весом 82 килограмм. Потом поменяемся. Пошел! Так, ну вот тандер ушел. Ну, конечно, вес райдера 15 килограмм разницы. Сейчас поменяемся, посмотрим, как будет. Тормозил, Саш, дымок пошел. Вот нас райдеры. Ну чё, ребят? Он меня обошел. Я видел сразу, что ушел. Но, причем, смотри, если мы стартанули, возможно, я чуть затупил. Но, да. Там мы с ним сравнялись на маленькой скорости, ага. И газанули. Я ушел вперед, он меня обогнал. А, то есть с самого начала, то есть все-таки, если ты немножко ушел. Здесь динамика выше. Да. Изначально. Ага. А этот электросамокат, ну, Дуатрон. Да. Тандер. Он догоняет и обгоняет. Его веса, по крайней мере. Вот сейчас давайте поменяемся с самокатами. Попробуем все сделать наоборот. Ну, может быть. Но еще вес, разница, понимаешь, мне легче. Раз, два, три. Сейчас поменялись весами. С самокатами, весовым категориям. Блин, машина немножко, конечно, мусорка теперь не выслушала, помешала. Рома на
Тандере. Николай у нас на Ультрон 108. Ну, видим там, что Ультрон ушел. Вес 15 килограмм отличия, то есть на Тандре сейчас Рома с весом на 15 килограмм выше, больше, чем на Коле на Ультроне 108. Ну чего? Я бы его сейчас догнал. Ну я видел, да, ты уже это все уже прям, да, просто уже мешал лежачий полицейский, я видел. А там мне мусорка помешала. Да, я видел. Ну в итоге, короче, это, резюме такое, что Тандер быстрее стартует, а Тандер в итоге его уделывает. Тандер уделает. В итоге выигрывает по тяговой силе скорости. Да. Слушай, ну да, да. Это у нас Ультрон 108, 45 ампер, синусные контроллеры 2020 года и Дуатрон Тандер. Старый добрый Тандер. 57, 59, 62, 65,9. По бортовому 70. 66 вижу. 70 по бортовому. Короче, нагибалово примерно на 5 километров расхождение с бортовым компьютером. Так что вот так. Т-108 реально бодрее, чем Т-128 на сегодняшний день. 45-й. Да. Уже обновленный 2020-ка. 45 к. Ну, 128 тоже хорош, но он прям, ну, дизайн у него сказка. Таблицу технических характеристик и цену на момент видеосъемок вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. И вот мы все ближе к финалу. Электросамокат iBalance Bandit с мотовилкой. Зверюга готовая дать прикурить по скорости любой из ранее рассмотренных моделей. Да, не такой динамичный на старте, но имеет явное преимущество при разгоне. И важное отличие – в комплектации уже предусмотрены шоссейные покрышки и два зарядных устройства. Второе место нашего топа занимает по праву, но давайте рассмотрим его детально. Модель тестового варианта и откатала почти 700 километров в режиме хардкора. Бедолагу не жалели в принципе, от профессиональных райдеров до простых обывателей, которые видели этот транспорт впервые в жизни. И главное, что несмотря на повреждения, он до сих пор на ходу. Крылья наращивали ради комфорта новичков, которые любят приехать на тест-драйв во время дождя. Но все же изначально самокат создан для поездок в сухую погоду. И здесь также начнем с элементов управления на руле. Слева – включение-выключение фар и габаритных огней, которые, к сожалению, были выведены из строя за время сумасшедшей эксплуатации. Как видите, наш бандит стал немного одноглазым. Обратите внимание, ниже присутствует тумблер переключения поворотников для поездок по дорогам общего пользования. Еще ниже – кнопка звукового оповещения. По правой стороне расположен замок включения электротранспорта с вольтметром и ключевым доступом. Рядом расположены уже знакомые кнопки включения эко-режима и полного привода электросамоката. Курок акселератора и ЖК-дисплей бортового компьютера включаются при помощи верхней кнопки Power. Отображаемые показатели подсвечены на экране, спидометр, индикатор заряда батареи и выбранный скоростной режим. При единоразовом нажатии кнопки Start можно отслеживать пробег с момента включения, вольтаж, показатель кур, который не используется, время с момента включения электротранспорта и общий пробег за всю историю жизни. Переключение скоростных режимов с 1 по 3 производится при помощи нижней кнопки Mode. Вход в меню настроек производится стандартным способом при зажатии двух кнопок одновременно. Все настройки выведены на экран. Тормозная система двойная, рекуперативная при легком нажатии на любой из тормозных рычагов и дисковая гидравлическая на обоих колесах. Справляется со своей задачей отлично и имеет систему регулировки давления в гидролинии при помощи шестигранных винтов. Логично и наличие автоматических стоп-сигналов.
Для удобства транспортировки, как на любом уважающем себя электросамокате, присутствует возможность сложения. Габариты iBalance Bandit с мотовилкой вы видите на экране. Если необходимо, ставьте видео на паузу. Клиренс электросамоката составляет 19 см в передней части и 14,5 см до уголка подножки. Штатные крылья, как и говорил ранее, не предусматривают поездки в условиях грязи. Для жесткой эксплуатации их специально наращивали. Амортизаторы просто шикарные, и я не шучу. Спереди вилка по типу мотоциклетного перевертыша с пружинно-масляным механизмом. Сзади пружина маятникового типа, которая тоже отлично справляется со своей задачей. Максимальная нагрузка, заявленная производителем, составляет 150 кг включительно. А собственный вес iBalance Bandit не превышает 46 кг. Колеса на нашем подопытном установлены с тракторным протектором по 11 дюймов. Но, как и говорил ранее, в комплекте уже есть сликовые покрышки шоссейного типа. Номинальная мощность каждого мотор-колеса составляет 1200 Вт, то есть 2400 Вт при включении полного привода. Но пиковая мощность достигает 4200 Вт, то есть по 2100 на каждый электродвигатель. Заряжается этот Мустанг от 0 до 100% всего за 7 часов с помощью двух зарядных устройств по 3 ампера каждая от обычной розетки на 220 вольт. Думаете долго? Вообще ни разу, ведь емкость аккумулятора составляет 32 ампер-часа и позволяет проезжать порядка 90 км на одном заряде. «66 вижу! 67! 68! 69! 70! «70 км/ч с моим весом!» Так, ребят, показываем вам вольтаж. На тандре у нас 64,8. На тандре чуть больше, я так думаю, что чем на бандите будет. На бандите 62,2. Не знаю, по мне все равно мини-моторс есть мини-моторс. Тандер есть тандер. Думаешь, круче? Все самокаты хороши в своем роде. Готовы? На старт! Внимание! Пошел! Тандер ушел, причем ушел так очень хорошо. Да, там прям, мне кажется, вообще без вариантов, там прям все уходит и уходит. Сказать, из 5 самокатов, которые у нас сейчас на тесте, напомню, это у нас идет Ультрон Т11, 45 ампер, как контроллер синусная, лимитированная версия. Ультрон 128, 45 синусный. 108, 45 синусный. iBalance Bandit, 45 амперные контроллеры обычные. И Dualtron Thunder. По всем заездам Dualtron Thunder уделал всех. Причем, я говорю, бандит он прошел, да, 700 километров, но причем каких 700 километров? Огонь и воду, по внешнему виду мы с вами видим, ребят, да, то есть там подножки практически нету, держится на скотче, да, там крыло, супер тюнинг переднее и заднее. А вон одометр-то покажи. Ну, 700 реально, 699. Ну да. Не, просто причем, говорю, 700 километров, когда ты там свой самокат эксплуатируешь, да, бережно, когда он у тебя побывал, где только, точнее, не побывал, в каких условиях именно на тестах. То есть это совсем другая история, поэтому. Ну, здесь, да, ушатали все, кто не попадет. Все ушатали, да, поэтому.
Спасибо, кстати, друзьям нашим с компанией iBalance. Дали нам на тест, на обзор этот самокат бандита. Кстати, передаю огромный привет, ребят. Ну, ребят, кстати, что у нас? Ультроны, дуалтроны. Кстати, ребят, для вас, для наших подписчиков, для наших клиентов специальное предложение на весь модельный ряд Ультрон и Мини Моторс. Поэтому будем ждать от вас обращения к нам в наш магазин. Таблицу технических характеристик и цену на момент видеосъемок вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Dualtron Thunder. Многие слышали, но лучше увидеть. Внешний самокат, как мне кажется, просто прекрасен. Смотрится дорого-богато, с уникальной системой подсветки и, как вы уже поняли, занимает первое место в топе согласно своих скоростных показателей. И вновь начинаем с элементов управления на руле. Слева всего две кнопки – кнопка переключения в эко-режим и кнопка включения полного привода. Справа – курок акселератора с информативным ЖК-дисплеем. Кнопка Power отвечает за включение самоката. Среди показателей бортового компьютера – спидометр, индикатор заряда батареи, проценты заряда батареи, используемый скоростной режим и отображение выбранного параметра, которые выбираются кнопкой Mode. Время с момента включения, пробег с момента включения, общий пробег за всю историю самоката и вольтаж электротранспорта. Центральная кнопка с точкой отвечает за выбор скоростного режима с 1 по 3. Для входа в меню настроек необходимо удерживать кнопку Mode в течение 3 секунд. Параметры настроек вы видите на экране. Для детального изучения ставим видео на паузу. Что касается безопасности райдера, здесь полный порядок. Тормозная система дисковая, гидравлическая на обоих колесах с возможностью регулировки давления. Предусмотрены и автоматические стоп-сигналы. Колеса накачиваемые по 11 дюймов на шоссейной резине. Dualtron Thunder является полноприводным электрозверем с максимальной мощностью на 5400 Вт, то есть 2700 Вт в пиковой нагрузке на каждое мотор-колесо. Собственный вес 45 кг, максимально допустимая нагрузка 150 кг. Dualtron Thunder имеет возможность сложения руля и рулевой колонки. Габариты электросамоката вы видите на экране. Если хотите изучить подробнее, просто нажмите на паузу. Клиренс составляет 19,5 см. Амортизаторы эластомерные на обоих колесах. Довольно жесткие, но именно такая жесткость позволяет избежать качелей на высокой скорости. Емкости 60-вольтового аккумулятора на 35 ампер-часов хватает для поездок на расстоянии до 120 км в экономном режиме. Со скоростью до 25 км в час по ровной дороге и весом райдера, не превышающим 70 кг при температуре свыше плюс 25 градусов Цельсия. Время зарядки составляет порядка 20 часов. Для быстрой зарядки за 10 часов можно докупить второе зарядное устройство. Но здесь есть и приятный момент. На деке предусмотрен разъем подключения внешнего аккумулятора, который также можно приобрести отдельно и значительно увеличить дальность поездки. А теперь нюансы, которые заслуживают отдельного внимания. Несмотря на внушительные характеристики, компания Mini Motors создает электротранспорт для сухих погодных условий, а это значит, что штатные крылья не защищают от брызг на высокой скорости. При сложении электросамокат не имеет фиксации рулевой колонки, то есть сложение предусмотрено ради хранения или транспортировки в багажнике автомобиля. В штатной комплектации отсутствует фара. Придется докупить и установить отдельно, если хотите кататься в темное время суток. Также, в отличие от рассмотренных ранее электросамокатов, в комплекте отсутствует сиденье. Подводя итог по данной модели, необходимо отметить,
что вся продукция корейской компании Mini Motors считается лидером рынка в производстве электросамокатов. Если хотите, это как Apple в индустрии смартфонов. Хотите разные допники, придется платить. И это не прихоть российских магазинов, а политика самой компании с ее минимальными ценами на свою продукцию. Так сказать, бренд мирового масштаба. Go Tron Thunder, замер скорости. Ох ты ж, бодрый какой. Пятьдесят три, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Таблицу технических характеристик и цену на момент видеосъемок вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. С вами был Роман, эксперт и испытатель электротранспорта. Огромная благодарность магазину GyroScooterShop за предоставленный электротранспорт для нашего обзора. Следите за новыми выпусками каждое воскресенье на YouTube-канале магазина GyroScooterShop.